выше и выше. Да, держаться. Давай, я здорово. Ты знаешь, я очень хотела, что экстремально, я, по-моему, это получу. Да, только смотри, держись, ты можешь? Да. Давай я тебе давай. Ой! По-моему, чуть-чуть аккуратнее. Ты таки там ведется. Я так под боком. Так, давай, держи тебя. Смотри, у нас... смотри, вниз сейчас. Да-да-да. Короче, красиво, но очень экстремально. Мы с хорошей музыкой едем. А еще с классным водителем. Который нас не берет. Нет, Александр крутой. Только не уроните нас, Александр. О, вот это подъем. Вот это круто. С правой стороны та гора, которую мы едем. Ой, подожди, я боюсь вниз даже смотреть. Ой, смотри, впереди какая панорама. Да. Посмотрите вперед. Не туда, успокойся. Посмотрите назад, посмотрите вперед. Вот как раз Дарина привидение перед нами. И хаос. Да. Вот прям... Держишь? Да? Ты тут тоже? Лошадки, конёчки! Да, впереди... Было землетрясение, после которого образовалась вот эта гряда. Привет! Демерджи рулят! Этот мальчик уже удачно покатался на коне. Да. Но запах конячек, конечно, откровенный. Честно говоря, здесь видно, ну, мне кажется, это так... ничего не портит, потому что... А потому что мы на джипе, а не на лошади. Мы крутим все равно. Вот, смотри, как круто впереди. У меня кроме слова круто, офигенно, вообще никаких нет других эмоций. Здорово. Тут очень много пуля. Нет, вот смотри, какой подъем. А сейчас очень надо подъем подержать. Ужас. Мы, знаешь, нам не нужно будет зато в 40 лет делать пластиковый овер, потому что мы сейчас тут потеряем и поддали. На-н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 а-
будем танцевать головой. Держимся. Аккуратно. Я ловлю нашу Катю. Да, пожалуйста, пощадите. Нам все понравилось. Лена, мы смотри. О, камень. Это мини-стоунхендж. Да, это стоунхендж в миниатюре. Класс! Вообще! Мы все в шуме и очень довольны. Посмотрите назад на нас и езжайте сюда кайфовать, как мы.